нашу сегодняшнюю медитацию на тему внутреннего, душевного, морального, психологического единения со своим родом. Человек без корней, он как дерево жить не может. За каждым из нас живут тысячи поколений наших предков, которые когда-то зародились на планете Земля. Далее существуют здесь. Говорят, некоторые даже не с планеты Земля сюда прибыли, с других миров. Итак, сядьте, пожалуйста, поудобнее или прилягте, чтобы вам было комфортно и уютно. Для удобства закройте глаза и просто слушайте мой голос и сами идите за ним. Представьте, что за вашей спиной стоят ваши кровные родители, отец и мать. Даже если вы их не видели никогда или не знаете, просто представьте светлые две фигуры за вами, за вашей спиной. Мысленно соединитесь с ними. Попробуйте ощутить тепло, которое идет от вас к ним и от них к вам. Далее представьте родственника, дедушку и бабушку со стороны отца и матери. И также мысленно с ними соединитесь. И также пропустите свое тепло к ним и от них верните его обратно к себе. Даже если они ушли в мир иной, все равно их суть есть в отпечатке энергии нашей планеты, в нашем подсознании и в наших генах. Делаем глубокий вдох и выдох. Представляем родителей, ваших дедушек, бабушек, еще по два человека за их спинами. Также мысленно соединяемся с ними. Вдох, выдох, с выдохом соединяйтесь. Со вдохом ваше ощущение возвращается к вам. Вы как бы простраиваете ниточку единения с ними, с их душами, с их сознанием, подсознанием, сверхсознанием, всем тем, что осталось от них в структуре Земли позитивно, со всем этим. Делаем снова вдох, выдох, представляем следующее поколение и следующее поколение. И следующее. Итак, мы отрабатываем назад минимум 20 поколений. Представьте, что над вами сияет солнечный свет и освещает все ваши поколения от вас и назад. На все эти 20 поколений. И выдыхаете энергию Солнца. И с выдохом эту энергию Солнца отправляете назад до последнего из тех 20 поколений, которые вы определили. Со вдохом снова эта энергия идет к вам. Снова со вдохом представляете, что солнечный свет проходит сквозь вас на все поколения. И возвращается обратно к вам. И так продолжаем делать в течение нескольких минут. У каждого будут свои ощущения от этого. У некоторых особо чувствительных мотор могут быть даже легкая эйфория.
или ощущение радости в сердце, тепла, уюта. Но это ваше личное ощущение. Они касаются только вас и вашего восприятия. Просто представьте, что это все с вами происходит. Со вдохом наполняйтесь и возвращайтесь назад на все те 20 поколений. Снова приходите в себя, снова возвращаетесь, снова приходите. Если у вас когда-то были сложности в семейном взаимодействии, мысленно извинитесь перед всеми своими родственниками за свои реакции и эмоции, проявленные в сторону ваших родственников или в сторону вашего прошлого, тех родственников, кого вы считаете недостаточно хорошим в вашей жизни. Искренне пожелайте им благополучия, развития и дальнейшего самосовершенствования. И мысленно извинитесь за свои несовершенства, за свои неправильные мысли, чувства, поступки в отношении их. Кем бы они ни были, они часть вас. Без них вас бы не существовало. Любые перемены, которые могли произойти, если бы их не было, изменили бы вас, или бы вместо вас был здесь другой человек, другая личность. Вы полная копия того, что было в них. У вас есть абсолютно все хорошее и плохое, что было в них. И уже как с этим поступить, вы выбираете сами. Это ваше решение, не ваш выбор. Снова делаем глубокий вдох, выдох. Не прекращаем ощущать тепло солнца и позволяем ему проходить сквозь вас и возвращаться обратно. Если кому-то удобнее представить, что вместо солнца над вами источник изначального света, Вселенная, Господь Бог, изначальный Творец, как вам удобно. Представьте, что над вами находится ладонь Бога, и из нее светит на всех вас, и на весь ваш род свет изначального Всетворца, и он не прекращает светить ни одно мгновение. Вдох, выдох, вдох, выдох. Вы плавно, естественно и легко проходитесь по всей линии ваших предков до 20-го поколения позади вас. Вдох, выдох, вдох, выдох. Если вы считаете, что ваши родственники какие-то из поколения ваших родственников не провыпали перед вами, мысленно их простите. Искренне пожелайте им развития и самосовершенствования, где бы они ни были, в этой реальности или уже в другой. Ваши искренние чувства тепла, радости, любви и принятия помогут им в их следующем воплощении, так же, как помогают вам их мысли о вас хорошие. Снова вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Попробуйте представить, что все эти 20 поколений полностью, легко и естественно входят в контакт с вами, независимо от их совершенств или несовершенств. Они часть вас, вы часть их. Вы берете из всего этого потока ваших предков то, что нужно для вас, для вашего развития и самосовершенствования. Вы всегда можете взять лучшее, оставив то, что
вам не годится, за пределами своей реализации. Вы всегда остаетесь тем, кем вы хотите быть. Если уже у вас есть и свои дети, или внуки, или правнуки, поставьте их впереди себя, перед собой детей, следом внуков. Если есть правнуки, то и правнуков. И также берем этот свет изначального Всетворца или свет Солнца, вдыхаем его и распространяем поток как вперед, до уровня своих внуков, так и назад, до 20 и далее поколений в вашем роду.